попробуем передвинуть. Ай, горячее. Попробуем варьировать местом подачи воздуха. Допустим, вот в направлении на юг. Картина немножко меняется. Теперь на восток. То есть в этом направлении уходит канал. И обратно на запад поставим. Выделение летучих уже уменьшилось немного, но пульсации сразу восстанавливаются. Причем пламя имеет голубоватый оттенок. Тут на камере не может быть не очень хорошо видно, но есть языки голубого пламени. Сейчас зазор около 3 сантиметров. Вот мои пальцы для сравнения. Излучение сильное, держать невозможно почти. Здесь положена тоже крышка из жаростойкого стекла, но она не такая прозрачная. Видно, языки пламени видны. Дверки закрыты.